На D это не выпущено, что ли, ни одной? НД нет данных. Хорош. Начищенный такой. Смотри, машина мощность 22 сильных двигателей. Механическая четырехступенчатая коробка передач. В коне. Тури до 100 км в час. Неплохо. На длинных прямых участках. Неплохо. Вот такой вот доставки. Ну, раз. Это явно для перевозки вельмож. Пассажиров вельмож. У водителя, конечно, это комфортное сиденье тоже. Это, наверное, гоночный. Гоночный, да, гоночный. Какой-нибудь Галахай. Ну, ты да, ну посмотри, куда здесь светит эта штука. Мне вот показали, кажется, так. Галахай. Галахай. Да, это гоночный, тот прогулок. Уже блистал на гоночных трассах. Угу. Не знал поражения. Ну еще, все основное у него занимает мотор. Четыре гоночные. Ну, смотри, какой моторище. Тормозище какие. Вот так по вот кругу? По левому ряду и вернемся. Хорошо. Все равно сюда придется. Хорошо. Хорошо. Хочкис. Хочкис. Это вот это. Да? Да. Слушай, он их покупал ведь еще. Товарищ. Сколько выпущено? Смотри. Еще один Далахан. 7. Угу. 8 косарь. Да. Хочкис. Хороший автомобиль. Во всех военных фильмах. Причем, заметь, праворульный. Это англичане, что ли, получается? Да. И это тоже, да? Спицы. Представляю, сколько он... за всю историю фильма. Угу. Наверное, очень дорогой, потому что, видишь, очень многие изделия, они не конвейеровые, не серийные. Спицы вот эти вот, да, смотришь. 20 тысяч. Автомобилей? Франция. Галахай, да? Это тоже праворульный. Франция. Это тоже Франция. Тоже праворульный, смотри-ка. Может, они любили праворульный. Угу. Еще один Галахай. Только вот эти уже, получается, не гоночные, прогулочные уже автомобили, да? Да, изящные. Изящные. 10 тысяч машин. Угу. 150 лошадок, максимальная скорость 160 км в час, практически индивидуального исполнения. Тоже 20 тысяч. Заниженный какой, мечта современных очагами. Я хочу такой. Да? Правда, сейчас мы уже не ездим. Почему? Я обожаю машины с белыми шинами вот такими. Покрась. Это специально, кстати, резина белая. Да? Вон, смотри, как гонки проводили первые. Ужас! Азарт какой. Погоди, а похоже. Гадю. Нет, ты не годишь. Под любые смелые фантазии кудовных ателье. Я такой показал. 120 лошадиных сил. Мощных, самых мощных автомобилей. 120 лошадок. Какой смешной у него все-таки этот вид спереди. А почему? Ну, не знаю. Смешно. Вот эти как посерьезнее такие, представительские. Нет, чего мне наоборот? Красоте прям как Альфа-Ромео. Порш всякий. Да. Они, скорее всего, даже это у них... Слушай, а как ты думаешь, задорожный получается коллекционер, да? Он сам это все покупал? Возможно. 51 штука всего лишь. Восстанавливал, наверное. Красил. А, пресс-цессия. Восток. 111. Ну да, смотри, заднее колесо можно спокойно спрятать, потому что оно не рулевое. А это рулевое, да, тянуло. Ты бы хотел в таком салоне кататься? Нет, вот таких вот салонов. Тоже двухместный. Ладно, мы дойдем до Альфа-Ромео, дойдем.
Лэнс. Аскер Бульдог. Сколько? 220 тысяч. Больше, бульдогов. Чем Т-34. Ну, ты сравнил танки с автомобилями. Это ж практически, там, не знаю, там, трактор, что ли? А лишь любитель истории авто и мототехники сможет сегодня вспомнить название немецкой фирмы Лэнс. А между тем, в первой половине 20 века это был один из крупнейших производителей тракторов. Сельскохозяйственной техники в Приморье. В 1921 году появился первый трактор Лэнс Бульдог, ставший родоначальником большого семейства тракторов, которые выходили в производство с 1921 года по 1960. И даже Вторую мировую пришел. Смотри, кстати, у него привод, вот этот вот крутится привод еще. Он не только сам себя может... Смотри, какой еще трактор. А смотри, тормоз какой. Ты видел, какой тормоз? Да. Ой, смотри, какой этот потрепанный, кожаный. Ну и вот это уже прорезиненное. Иллинойс? Автомобили с 1901 года по 1910. Основные... Основанная Генри Хольцманом компания производила автомобиль типа Хай Уиллер, высокие колеса. Угу. Уже прорезинены, видишь, колеса? 4 всего штуки. А заметь, вместо руля рычаги. Как это сейчас спрашивают? А поворотники? Почему, говорят, чтобы повернуть налево, надо поворотник на себя? А чтобы направо, поворотник от себя. Потому что рычаг? Ага, вот он и принцип рычага здесь. Получается, это самодвижущаяся карета. Нет. А где мотор-то? Так нету. Зачем? Вон там он, задняя часть снизу. Вон он, мотор. Привод, вон он. И привод на колеса, цепная передача, смотри-ка. Вот этот, вот в этом еще покататься было бы. Да, классно, согласен. О. Уже здесь... О, это USX. Че USX? И там тоже. США, USX. Правда, Форд, я думал. Слушай, ну вот это вот так называемая действительно не конная, а самодвижущаяся карета с двигателем, с приводом на... А это уже полноценный автомобиль. Самая успешная машина в Форде. Опа. Она была очень дешевая. 15 миллионов экземпляров. Да, ее очень много сделали. 15 миллионов. Да. Это осталось? Да. Ну, много таких. Вся Америка ездила, весь мир, да, на таких. Борь, там есть еще внизу этаж и наверху этаж. Самолет оттуда будем рассматривать? А там вот смотри, как мотоцикл. Давай мы будем сейчас смотреть. Давай. Сейчас автомобили у нас. Слушай, зачитывай, пожалуйста, а я буду вот с вас... Лузер типа Type 77 стал самой успешной моделью американской фирмы. Автомобили были выпущены в очень ограниченном количестве на данный момент и известны лишь о нескольких раритетах, сохранившихся до наших дней. Всего, да, 236, выпускалось 7 лет. Красивый, смотри какой, да? Максимальная скорость такая у меня сейчас. Красивый. Смотри, лакированные. Сколько деревянных элементов, сколько лакированных, смотри, деревянные спицы. Естественно, такие в уникальном количестве. 236 автомобилей всего. Попробуй, смотри, все лакированное, деревянное дерево. Это же вообще автомобиль. Дороже будет. Роскошь реально был автомобиль, потому да? Потому что, знаешь, сейчас из металла легче, дешевле делать, мне кажется. Из пластика, конечно. Конечно. Ой, смотри. Экскурсия. О, Mercedes-Benz. Mercedes. Вот этот мне очень нравится. Да? Смотри какой. Он прям элитный. Смотри на диски. Вот я такие на машину поставил. Пошли послушать. Не хочешь? Экскурсию не дают, ничего самому сумму. Идем. Слушаем. Ну хорошо. Хорьх. Кабриолет.
Угу, заметно. Максимально просто смотрю. Сейчас 794 этих видов было. В Германии до 41 года производился. Марселес кабриолет. Заведи двигатель. Да. Смотри. И главное, это, вот это коробка гоночный. Передач. В гоночной, ага, однозначно. Одни сплошные трубы охлаждения, да? Восьмицилиндровый? Вот так вот, похоже. Тоже на спорт. 400 лошадок. Ой. А расход 38 литров на 100 километров, прикинь? Так. Машины спортивные на максимальной скорости за 12, по-моему, или там 20 минут расходуют весь свой бак. Да. Это может быть только увлечением для достижения каких-то километров скорости. А мне вон та нравится. Вот я люблю вот, все-таки я, как классно, бы уединенные такие. Да, вот диски, это вообще найс профанат. Тоже кабриолет получается. Это так? Ну, а нет, просто у него крыша такая. Да. Но она, честно говоря, ну вот как бы для вельможи такого, да. Представляешь, она абсолютно непрактична. Ее залезть можно, прорезать обшивку вот эту вот, да, испортить можно. Сразу по какому? Ну. Реалист. Не то чтобы. Когда у них плохое настроение, тоже реалист. Эти товарищи-то захотят, наверное, испортить. Так, Opel. Вот уже совсем другой. Тоже немец, но совсем другой стиль. Угу, да, вот диски уже такие. Вот твоя любимая серая и белая резина. Четырехдверный всегда. Майбах. Ты бы хотел машину, которая может развивать скорость до 200 метров в секунду. А где ездить? Не по России. Вон выставка. Первый автомобильный салон. Видел, да? На фотографии. Смотри, какой бампер. Он явно не сможет парковаться у нас в зонах, в больших городах, да? А багажник какой огромный. Смотри, сколько туда всего можно положить. А это что такое? Военный уже. Минимальный дизайн. Самое главное, чтобы сидушки. Защитный цвет. Сейчас. Я по очереди хочу. Всепогодные транспортные средства для передвижения в пробках? Шикарно. А я думал, это про мотоцикл речь. Я тоже всепогодные. Потом сейчас посмотрим. Да. Вот такую машину я бы тоже, конечно, хотел. Таксисты. Ну-ка. 3 метра, ширина так, почти. МК-17. Всепогодная для движения в пробках. Он между рядами, хочешь сказать, пролезает, да? Одноместный? А, вот так, видимо. Прикольно. А чей он? Наш? А, Nissan. Нет, это наш. Аналоги. Toyota Airroad. Nissan Lead Glider. Или глидер. BMW Simple. Автор. Автор Алексей Казарцев. Проект реализован в 15 недель. Лада Гранта. Двигатель с автоматом. Можно перейти на электродвигатель до 200 км в час. Колесная база. 2 метра 50 сантиметров. Да. Посмотри, американский джип, который сейчас заменится. Мне кажется, выпускали. Да. Триумф. Вот Триумф, теперь, да? Смотри, как думаешь, это что за самолет сзади? Ла? Очень спорный похож. Вопрос. Похож. Очень спорный. Похож. Герой Советского Союза Клещева. Гоночная. Да, гоночная, гоночная. 213. 12 тысяч. Британия. По 54-й год, то есть послевоенное время. 12 тысяч машин спортивных.
Заметь, стеклышко всего какое, да? Як, да. Мотоцикл. Як истребитель, овеянный героической славой. На истребителях Як советские летчики, мужественно сражаясь, внесли неоценимый вклад в разгром фашистских полчищ в Сталинградской битве. Да. Моторы смотри. Вон, смотри, сколько он сбил. 14 фашистов, как минимум. Да. Мотор сзади. Хорош. Да, сейчас придем к моторам тоже. Як-9. 16 тысяч экземпляров. 3 тонны, мощность 1000 лошадиных сил. Максимально 700. Это ж сколько лошадей? Да. Безоткатное орудие. А, это миномет. Минометы. Угу. Коктейль Молотова. Вот она. Пистолет Вальтер. Их, наверное, миллионы, да? Смотри, Маузер. А, Маузер, да? Маузер это. Пистолет Маузер. Революционный, так называемый. Революционный Маузер. Граната вон там. Граната. Фляжка. Приклад. Причем граната то ли немецкая, то ли наша РПГшка. Немецкая, скорее всего. Вон ракеты крылатые, вон самолетики. Военные присяги. Угу. Что, дальше по это? Ряд моторов пройдем и возвращаемся к самолетам, да? Мне понравилось, как они плитку сделали. Слушай, ну завяжи шнурочек, что? Съемки мешают, да? Угу. Да. Очень интересно. Очень интересно. Это получается скольки он? 6? 12-рядный, 12-двухрядный, 12-цилиндровый? И получается, он такую скорость развивает, что ли? Прикинь, машину ты пропускаешь. Да уж. Это он, наверное, до 800, до 1000. Он потому что самолет, какая. Он тяжеленный на таком. А вот, точке. Кстати, смотри, а вот боковой самолетный двигатель, когда у него клапана вот эти вот, да? Слушай, а таблички-то там? Да ладно. Не, мне интересно. А это реактивный, что ли? Возможно. Да, очень интересно. Сколько всего придумано инженерами, да, конструкторами. ГТД, турбинный. Сейчас. Это для вертолета, Ми-2. Газотурбинный двигатель. Это авиационный двигатель. Ми-8 для вертолета. Ми-8. Слушай, а он реактивный или он... Он реактивный или он крутится? Реактивный, слушай. Он реактивный двигатель. А, полторашка. Чего? Лошадиный. Лошадиный? А, турбовинтовой. Ну, как вертолетный и реактивный. Да я вот тоже подумал, ага. Получается, вот сюда редуктор подключается. Угу. Внутри, получается, здесь свободная турбина, которая выхлопными газами от основного двигателя вращает, получается, редуктор вертолета. То есть там нет жесткой передачи, а именно вот свободная за счет выхлопных газов. Понятно. Два двигателя в спарке. Катапультируемое кресло. Кресло обеспечивает безопасное аварийное покидание самолета. Летчик на диапазоне скоростей до 1400 км в час и высоте до 20 км. Кресло применяется в сочетании с комплектом защитного снаряжения. Я нашел машину. Палец больно, хорошо. Thank you.
последний сам же. Спасение человека. Сейчас дойду, вот это посмотрю. Ага. Вот это, да? Казбек, амортизационное кресло, это там, да? Угу. Так, а это получается шмель. Беспилотный самолет. В 83-м году первый полет совершил. Ничего себе, выпало шмель один. А мы-то думали, у нас такие-то только сейчас начали. Они в 83-м году уже. И летные испытания в 89-м году начались уже. 10 запусков. Что он делает? Этот самолетик. Шмелька. Вон, смотри, сколько аппаратуры. Аппаратуры видел? Да. Так, а это что такое? Непонятно. Так, ну давай машинки смотреть. Мессершмитт. Мессершмитт. Вот это я не знаю. Двухместная. Немножко двухместная, чтобы у них дверь вот так открывается, короче. 30 тысяч экземпляров такого. Мистер Шмидт. 53-й. Вот здесь смотри, как дверь открывается. Трехколесная она получается модель, да? А, нет, 4. А где? Трех же. Трехколесная. Зачем трех? Потому что два рулевых, а одно приводное. Так неинтересно. Или наоборот, эти и приводные, и ведущие, и рулевые. Еще один мистер Шмидт. БМВ. Чего? Экземпляров 160 тысяч. Батюшки. Мне тоже больше это нравится. Наталь, ты можешь поверить, что такую машину 160 тысяч экземпляров продали? Трехколесная. Трехколесная, ага. Смешная такая. Дверь открывается вот эту. Да. Смотри, дверь открывается сюда. Да ладно. С ума сойти. А здесь? А, здесь вот так, наверное, как кожух, да? Как мистер Шмидт. С ума сойти. Точно. Попасть в двухместный салон можно было через открывающую вперед вместе с прикрепленным к ней рулем единственную дверь. В Германии. 85 км в час максимальная скорость, мощность 12 единиц. Вы знаете, как в салон попадать? Откидывать, как салон самолета. Это же мистер Шмидт. А здесь знаешь, как попадать? Ага. Боковая. Мистер Шмидт. А здесь знаешь, как? Боря прочитал. Вот так вперед вместе с рулем вот так поднимать. Представляешь? Нет, нет, вот так вверх поднимается. Вот она. А, нет, подожди, подожди. Вот в бок, да, вместе с рулем. Вот она, женщина показана, вылезает. Да-да-да, вот смотри, показано, женщина вылезает. На пикниковую машину. Экспонат на ходу. Да, гроб Белоснежки. Мистер Шмидт долгое время был мишенью для острот. Но перед нами отличный пример того, как можно передвигаться с крышей над головой при минимальных затратах. За 2000 Deutsche Mark, цена данной версии, в те годы можно было купить мотоцикл с всепогодной экипировкой. А самый доступный Volkswagen Beetle стоил в те годы 5000 Deutsche Mark. Да. Можно 200 рублей, пожалуйста. Ходили. А мне вот такая почему-то нравится. Пошли посмотри вот там. Сейчас. А машинки? Они BMW. BMW Dixie. Спортивка, похоже, да? Просто иди на 5 секунд сюда. Кофейно-сливочный, коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, бежевый, кофейный, светлый цвет. Деревянные вставочки, блестящие, начищенные. Салон обалденный, такой красивый. Кожа натуральная, деревянные лакировки, ручка у двери такая. А вот сейчас, сейчас туда еще приду.
Вот двигатель восьмицилиндровый, Хорьк. Туалет не посмотрел. Сейчас, туалет посмотрим. Задний привод, получается, вот эта штука размещалась огромная в салоне мотора, ой, точнее, в отсеке мотора. Вся шла через этот, и задний привод шел на колеса. Да, это BMW двухместная. Кабриолетос. Смотри, 1100 штучек. Шутка шуткой. 1124. А здесь, смотри, деревянный руль. Пойдем тогда. BMW 327P. Тоже похоже, кстати, на эти, на машины. А, вот, да, действительно, смотри. Кабриолет или нет? Да это не кабриолет. Смотри, у него сплошная крыша. Я говорю, что вот это нравится. А, понятно. Кстати, вот эта штука, у немецких некоторых машин, на которых офицеры ездили в войну, тоже вот такая штука использовалась. Вот этот фонарик, вот этот вот стиль заимствованный такой. Да, это уже закрытая машина, да, согласен. А вот это что интересно такое выдвигается? Может. По-моему, это, знаешь, что, кожаный ремешок просто, чтобы рукой держаться, подхватить и не упасть. Правда, дверь вот так открывается. Странно, да? Чтобы тащить. Что тащить? Тянуть машину. Ну, так, ну, не все одинаково. Так, там мы видели... Да, не пора. Сейчас. Историка. Историка. Таких массовая машина. Так, это вот спорт. Да, гоночная машина. Все, пошли. Не надо, не ешь монетку. О, дальше форды пошли. Да? Уже практически автобус. Заметь, да, наш газ, а форму откуда заимствовал? Фордовские. Неизвестно, сколько выпущено в 27-32 году. А, Покарт. Да, Покарт, конечно. Не, Покарт. Кадиллаки. Такие огромные все-таки они. Не обязательно. Нет, я в курсе. Я думаю, Кадиллак розовый. Класс. 130 километров, ну это 120 уже мощный движок. А так элегантный, конечно. Ну смотри, у него большую часть занимает мотор и двухместный всего лишь, да, в этом Кадиллаке. Какой двухместный? Нет, ну вот же Кадиллак-то. Ты про этот? Или это не Кадиллак? Да, это Кадиллак. Или вот Кадиллак? Нет, это вот не Кадиллак. Вот это, да? Ну вот же на фотку, посмотри. Ну, двухместный, да. Это Покарт четырехместный. И он длиннее явно. Оранжевый вот этот вот красный. О-о-о-о. Супер. Еще один. Смотри, сколько фар он. Вообще по трассе может, да? Кадиллак вот этот. По трассе ехать. 160. Шух, ну, освещать все. Больше, чем скорость. Ну что, тяжелый? Тяжелый. Тяжелый. Смотри, какой мотор. Угу. Ну, кстати, сопротивление воздуху, шины, скорее всего. Белые шины. Да, согласен. Вообще красота. Заметь, запасные колеса ставились просто вот так вот, да? Вот просто вот так. Застыли богатыри. Белые шины. Крайслеры. Полторы тысячи крайслеров. А все залезли на машины? Ну да, это скорее было роскошь, чем вот эти оригинальные машинки. Оригинальные. Так, Бьюики. Клаксон вот сюда выведены.
Ну, попроще. Корь, пошли. Здесь интересно. Только для гонок многокилометровых на выносливость. Причем машина признана, точнее модель 8C900B признана лучшим спортивным автомобилем в 30-е довоенные годы. Машина не проиграла ни одну гонку. Ну да, согласен, она, конечно, сама по себе очень красивая, стремительная линия кузова, но и быстрая машина получилась. Изначально максимальная скорость автомобиля составляла 215 км в час, но учредители гонок тех лет попросили немножечко поуменьшить пробег автомобиля, потому что небезопасно было ездить, соответственно, скорость понизилась до 185 км в час в этом автомобиле. Не очень интересно. Серебристые тоже заслуживают внимания. Вообще, которые пары поднимаются? Да, вообще единственная в мире существующая машина. Больше нигде такого нет? Нету. Ну да, я тоже там прочитал. Что у нас в мире есть. Так жалко, что не едет, это делали, да, ее. Двигатель на реставрации. Машинка с тяжелой судьбой. Ее сконструировали и сделали для итальянского гонщика Джузеппе Фарино. Он получил ее в 1939 году в подарок, но буквально в 1940 году он ее разбил, причем разбил так, что машина восстановлению не подлежала. Нам достался только досталась рама автомобиля, двигатель покореженный весь, а вот кузов уже, собственно говоря, даже не было смысла восстанавливать, учитывая то, что он полностью алюминиевый. И мы по фотографиям, по эскизам самостоятельно за 4 года сделали автомобиль, а вот двигатель пока еще на реставрации. А двигатель родной, да, его? Да, да. А там, на самом деле, двигатель там ничего сложного нет, он ставился на многие модели компании Alfa Romeo, это рядная шестерка, объем 2,5. Да, здесь именно вся суть в кузове, дизайнерская разработка на компании Alfa. Здорово, богатырь. Да, здорово, здорово. Экскурсия для богатырей тут как раз идет. Подойду, пожалуйста. Очень символично, да.